Що, я вас всіх вітаю. Ви молодці. Сьогодні у вас випускний. Почнемо ми із кращого студента. Я обрав Євгенію, так, тому вас вітаю. Ви кращий студент. Тепер давайте поговоримо про вашу роботу. Моя робота – це мобільне приложення «Полезне меню». Ну, как бы сейчас набирает обороты, что полезное меню – это уже модным становится, здоровое питание, здоровый образ жизни. Ну и поэтому такое мобильное приложение. В нем интересные рецепты, и при этом они простые в приготовлении. Также есть там просчет калорийности каждого блюда, и при этом ты понимаешь, сколько калорий ты употребил за день. Акцентным цветом есть оранжевый. Ну, лично для меня он ассоциируется с энергией, с теплом. Выполнены были user flow, прототипы, анимации. Ну, чтобы показать, как приложение это должно работать. Сложным было сначала, конечно, это заанимировать это все. Особенно скролл дался мне со второй или третьей попытки. Но зато это очень интересно. В начале экраны приветствия, потом регистрация, потом мы попадаем на главную страницу, и там очень удобные быстрые фильтра по ингредиентам, категориям, по времени, сколько как бы человек может выделить для приготовления. Также можно при этом приложении сохранить свои рецепты, поделиться ими можно, можно скачать какие-то дополнения, и можно составить кулинарную книгу, чтобы иметь эти рецепты под рукой, уже не в онлайн-режиме, а в офлайн-режиме. Ну, спасибо вам, Николай. Было очень интересно. Как бы, хорошее у вас наставничество. Я очень многому научилась, действительно. Я перед этим была на графическом курсе граф-дизайн. И как бы вот в копилочку следующий дизайн. Вы нас великий молодец, потому что работа достойна, реально круто сделали. Молодец. Вітаю вас. Жанна, теперь ваша работа. Да, добрый вечер еще раз. Хочу в первую очередь поблагодарить школу Мобиус за интересный курс, познавательный, и вас также за кураторство, за ваши ценные советы, правки, которые помогали нам решать задачи, правильно решать задачи. Тема я для своей работы выбрала обучение языкам онлайн, потому что в связи с пандемией коронавируса все сферы жизни человека пострадали, и обучение тоже. А для изучения языка очень важно общаться с преподавателем онлайн или вживую для повышения скиллов разговорных. Начинала я с определения целей, целевой аудитории и проблем целевой аудитории. Следующим этапом была разработка технического задания, следующим этапом было user flow и прототипирование, прототипы. Визуальным стилем для приложения я выбрала минимализм с добавлением иллюстраций. Основным цветом выбрала синий, потому что он выражает спокойствие, уверенность, способствует сосредоточенности. И также акцентный цвет оранжевый, ну и зеленый. Гарна робота, гарно підібрані кольори. Дуже хорошо сочетається зеленим і фіолетовим, кстати. За анімацією теж супер, молодець, вітаю вас. Спасибо. Так, йдемо далі. Наталія, ваша робота, презентуйте. Тему я вибрала йога і медитація. Почему йога? Потому что йога – это моє хобби. Ідея проекту заключалась в созданні індивідуальної програми з учетом особенностей каждого человека. Это приложение позволяет ощутить умиротворение, спокойствие и расслабление. В приложении есть несколько видов практик, таких как медитация, йога и дыхание. Приложение делала в стиле неоморфизм. Хотела сделать все по минимуму, такое минималистическое, чтобы ничего нигде не мешало. Был сделан прототип и юзер флоу. Хорошо, молодец. До речі, дуже гарно получилось із даним стилем, тому що він такий непростий, треба було з ним поморочитися, і ви з цим справились. Ну все, вітаю вас, молодець. Так, Катерина, декілька слів про вашу роботу. Я вибрала тему для приложення «Менеджер комнатних растений». Основна ціль цього приложення – допомогти людям організувати уход за комнатними растеннями. И целевая аудитория – это именно люди, у которых либо вообще нету опыта, то есть там они купили первый в жизни цветок или им подарили цветок, и они не знают, что с ним делать, либо люди, которым трудно
запомнить, там, когда эти цветы поливать, как ухаживать, но в любом случае это люди, у которых немного цветов и у которых недостаточно знаний и опыта. Посмотрела приложение конкуренты и на их основе выделила, какой функционал был бы хорош на приложение. Основная фишка приложения — это распознание растения по фото, потому что у большинства конкурентов есть либо распознание по фото, но нет возможности установить напоминание, либо есть возможность устанавливать всевозможные удобные напоминания, но нету вот такого функционала искусственного интеллекта. Ну и цель была сделать приложение как можно более простым, понятным, без лишнего функционала. Ну, то есть для дизайна я постаралась придерживаться стилистики флэт-дизайна, то есть без теней, без, ну, то есть без наслоения элементов. У вас именно це, то, що ви хотіли передати, мінімалізм, флет, це все є. Дуже так получилось няшно, в плані, що є зелений цвіт, його небагато, і є ці ілюстрації, які це все якби підкреслюють. І от справді, воно просте, ну класно виглядає те, що дотримано. Тому класно получилось. Тому вітаю вас, гарна робота, молодець. Тому якби всіх вітаю, ви всі молодці, дійшли до кінця. Я дуже радий, що в нашій групі скільки робіт. Всі дуже такі різні, цікаві, корисні, яскраві, да? Продумані.